Соберем большую коалицию и на совместном заседании обсудим реальное положение вещей. Широкий круг тех, кому дорога страна и кто не хотел, чтобы у нас была война. Сегодня работает штаб, а точнее три штаба. Один в Думе и два работают на периферии. Вечером в парламентском центре. Спасибо большое. Пустите машину. А еще раз. Разговаривать. Не надо было лишь. Помедленнее, помедленнее, пожалуйста. Яблоко. Нет, елки, помедленней. Хорошо. Какой вопрос? Григорий Алексеевич, мы вам задаем вопрос. Да, я хотел бы сохранить результат, который был прошлый. Скажите, какие-то претензии есть к центру избиркому? Как идет ход голосования? We must be careful. Because communism is a myth, but very dangerous. Ну да, коллеги, ну давайте мы это сделаем. Провода сядем. Уже ящик. Да. Ничего, это на самом деле не так вот сильно. Там уже есть. Не торопись. Три темности есть. Потому что люди вспоминают, что при советской власти были какие-то социальные гарантии, пусть они на низком уровне, но они были. И коммунисты это эксплуатируют. И они хотят сказать, что это заслуга коммунистов, это идея коммунистическая и так далее. Они раскручивают больше, чем люди думают. Люди не хотят туда возвращаться. Не торопитесь, Александр. Вы подойдите. Микрофончик, микрофон. Да, ребят, не надо. А парни, господи, если вас выдернут, какие вы будете делать шаги? Сейчас подойдите ко мне. Ко мне подойдите сейчас вдвоем. Я скажу, чтобы они здесь нашли способ. Пускай позвонят на ваши участки, там вычеркнут. Пометку сделают, вернее, чтобы вы голосовали здесь. Нет, Дальний Восток сейчас еще. Успешно, успешно. Вечером все объявим. 23 часа вам уже объявим.